Прошедшие выходные были богаты на спортивные события. 15 апреля в соцарктика состоялись мероприятия, приуроченные к Дню здоровья. В спортивном зале прошли соревнования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В программе значились несколько видов – шашки, дартс и боча. По словам организаторов, в последнее время привлечь данную категорию к участию в каких-либо мероприятиях довольно сложно. Причем низкая активность как среди детей, так и среди взрослых. Вот и в этот раз собрались лишь 5 ямальцев. Однако выехать на окружной парафестиваль в этом году все-таки удалось. Нашлись желающие из числа мужчин. Фестиваль у нас было трое, везло трое мужчин. Калинюк Иван, Тимур Маматолин и Вануита Майка с Панаевска. Три мужчин. Женщины не поехали, хотя для женщин было бы полезно. Там даже мало женщин, призы, было легко попасть, легко как бы, нет интереса. На прошедших соревнованиях в Ярселе победители определяли по результатам трех видов программы. Таким образом, третье место у Василия Харатета, второе завоевал Тимур Маматулин, чемпионом стал гость из Панаевска Майка Вануита.